Добро пожаловать на царский обзор. И сегодня с вами своим мнением поделится Андрей Первозванный, королева Ольга и Михаил Пивопьющий. Поехали! Мотор. Начнем по традиции. Предоставлю слово Михаилу для того, чтобы он в двух словах рассказал о том, что мы будем дегустировать. Да, друзья. Сегодня у нас что? Сегодня у нас как бы мощный подход. Дегустируем ипашки, но не просто ипашечки. Минимум это двойная ипа. Это ипа от Paradox, дабл ипа на мозаик Columbus Strata. Из Питера. И тут у нас сказать, а? Да, и тут у нас, собственно, еще один экземпляр из Питера, только от пивоварни Brew Division. Ребята сварили на свой день рождения, на свое шестилетие мощняцкую паху. Это West Coast, как они заявляют, но West Coast 15-градусный, там с очень большой горечью. Я не знаю, вообще, то есть это он тоже на мозаик симка, и плюс там еще используется для охмеления лупулиновое масло. Лупулиновое масло, да, это такая штука, которая добывается из внутренних чешуечек хмеля, которые растут рядом вот со своим стволом, блин. Вот, такое, это, оно вообще должно придать такой мягкости напитку, то есть оно как раз не, больше не в яркость, а вот в такое смягчение, что-то такое. Да. И мне нравится, они назвали это, эту ипу «Царь ипа». Да, это называется «Царь ипа», да. Ипа. Пятикратный West Coast. Вообще, как раз интересно проверить. West Coast, то есть вот такие технические характеристики для West Coast вообще не характерны. То есть, это может опять из-за того, что хотели сварить одно, получилось вообще, другое? Вообще, в Антапте это называется, вот тут они написали пятикратный West Coast, а в Антапте это называется ипа квадрюпель. Квадрюпель, да. А у нас получается двойная и это четверная. То есть это вообще четверная ипа, которая называется пятикратный West Coast. На шестилетие пивоварни. Да. Попробуйте разобраться в этом. Это если четверная, если была бы шестерная, она бы вообще такая, наверное, маленькая. Да, вот чисто стопочка. Просто. Шот. Шот ипа. Так, я предлагаю долго не тянуть и начинать. Да, с этими. Так, у тебя там свой стакан, да? Я так понимаю, ты не это. Да. Угу. Не с нами. Так, ну, естественно, мы, наверное, начнем с простого. Да, ну, да, безусловно, логично. Мы начнем с простой двойной ипахи. Hard Art название. Как, кстати, вам эта этикетка? Ну, как всегда, у них какая-то абстрактная векторная графика. То есть, не такая твердая, я думаю, что нет, не будет сейчас поливать меня тут. Не, нормально. Повезло. Я как всегда. Что такое двойная ипа, Михаил? Скажи нам в двух словах. Двойная, ну, то есть подразумевает, что там условно увеличенная закладка хмеля, солода, то есть это более плотная, более горькая. Короче, это в два раза всего больше. Ну, Мария, я ее помешала, она не стала мутнее. Так она и не должна быть мутнее, это же просто ипаха, это же не New England. Ну, мало ли вдруг. Зачем тогда я мешаю ее? Смотри, пена зато сколько. Пенка белая, пушистая. Да. Оцениваем. Ну, сразу классический просто цитрус. Цитрус. Ну, кстати, прикольный аромат. Так, а что у нас там? Мозаик? Мозаик Columbus Strata, да? Угу. Ну, вообще? Что-то такое кисленькое на финише после цитрусов. Какой-то непонятный аромат. Легенький такой достаточно. Я бы сказала, не сильно яркий. Не ярко выраженный, да. Угу. Да, нет ощущения, что это прям что-то выпрыгивающее из стакана своим ароматикой. Но достаточно все равно она такая насыщенная. Классический аромат. Я уже пробую. Угу. Вот прям на глотке сразу ощущается горечь, которая потом еще на корне языка остается. Ну, не только горечь, горечь и цитра, ну, и цедра, вот это. Ну, это ощущается. Я имею в виду, что иногда там, когда какие-нибудь там условные New England пьешь, ты пьешь, и у тебя горечь приходит потом. А тут ты прям сразу, прям он тебе приходит прям в первое мгновение от глотка. Ну да, здесь его пьешь и сразу понимаешь, что ты пьешь. То есть здесь нет такого, знаешь, этого додумывания, что это такое за стиль или что за вкус.
где все лаконично, понятно. Ну, мне кажется, она немного такая, как топорная, чуть-чуть грубоватая. И, знаете, у меня возникло такое ощущение, параллель с волковской ипой. Ну, она такая прям жесткая. И эта горечь, она всю дорогу от самого начала глотка до такого, ну, прям долгого, горького послевкусия. Мне кажется, грубовато немного. Слушай, ну, я не могу сказать, что горечь какая-то грубоватая. Она просто в целом как будто такое, немножко как будто любительское. Пивас какой-то получился такой... Ну, я говорю, топорный какой-то немножко. Да, он немножко такой какой-то прям в лоб. Да, все-таки что-то я ждала более такого. Интересного? Да, оно... Ты просто еще не дождалась. Он скоро. Оно хоп-бернет. Меня в целом это не смущает, я, наверное, заскучал по горечи, вообще, мне то, что она у меня есть в горле, эта хмелевая горечь, вообще, доставляет достаточно приятное ощущение. Но есть какой-то дисбаланс, она достаточно жирненькая такая в целом, но как будто бы, вот там есть сладость, горечь, вроде есть и цитрусы, и все, но почему-то это не кажется каким-то прям цельным продуктом таким вот, что оно... Ну что, давайте оценим тогда, да? Я думаю, что уже все готовы к оценке. Или, Ольга, тебе подумать, как всегда? Ну, как всегда. Ну, более детально подходишь к оценке, чем мы. Мы так рубим с топора. Да, нет, я, в принципе, да, готова. Готов. Михаил? Угу. Все, на счет раз, два, три. Да. Раз, два, три. Три, восемь. Три и? Три, два. Три, пять. Я больше всех оценил. Какая вам разница, ну и что? А ты вообще не сказал даже, ну, ничего такого, чтобы ее так высоко оценить. Я поэтому удивилась такой высокой оценке. 3,8. Ну, не знаю, она... Ты просто тоже заскучал по ипам. Не знаю, по поводу заскучал. У меня это как, знаешь, я вот делаю там раз глоток, два глотка, и потом думаю, какая оценка? У меня приходит в голову такая оценка, и я ее запоминаю, и потом ее называю. Вот, иногда это бывает, когда чем дольше я пью, она может начинать уже колебаться. Такой, нет, вот это плохо, это хорошо. То есть, по первому впечатлению, в принципе, да, она реально двойная. У нее яркая хмелевая горчинка, там даже послевкусие достаточно такое тепкое, из горчинка такое сладко-горькое послевкусие. Как бы это странно не прозвучало, но оно такое есть. И достаточно продолжительное, то есть тело не водянистое, в принципе, приятное. Вот. Наверное, я бы выпил только одну баночку и повторять бы ее не стал, вот именно если в процессе вечера, на что-то другое бы перешел, может, попроще. Ну, в принципе, хорошо, на 3,8. Вот такая. Сколько мне алкоголя? 8. Ну, то есть вот, это тоже такая, достаточно мощный продукт. Ну, говорит, достаточно мощный продукт. Ну, в целом, он как бы таким и ощущается. Вот, по-моему, вот он как заявлен, такой и есть, но как бы не больше, чем вот заявлено. Ну да, ничего особенного, да. Как-то... Сейчас меня стало, прям я почувствовала, почему я посмотрела алкоголь, какую-то спиртозность. Поначалу вроде было так незаметно, а сейчас прям почувствовала, что в ней есть 8 градусов. Mm. Да? Ну, по алкоголю нет, я ни в аромате, ни во вкусе его не почувствовал. В принципе, хорошо скрыто. Но, возможно, это вот именно хмелевая горчинка так себя это как раскрывает. Все-таки не надо забывать, что это двойная ипа, не простая. Ну да, но зачастую двойные ипы все равно, ну, как-то более такие, не знаю, более... Интересные, яркие, да, мощные. Даже не более деликатные и, ну, не такие топорные. Ну, может быть, не знаю. Ну, понятно, да, такая среднестатистическая ипа, нет ничего особенного. Вот она, да, вот как говорю, у меня тоже мнение такое, что она вот вроде написано двойная ипа, берешь двойная ипа, действительно, и все, но это как будто не в сторону какой-то эталонности, угу, а в сторону какой-то посредственности. Посредственности, да-да-да, она такая обычная получилась. Да. Ну, в принципе, я говорю, ничего плохого и ничего хорошего. Да. Не шедевр, не но шедевр, пить можно. Не шедевр, ну, и не отвратительно вообще, то есть, ну, это да, я говорю, там... просто пивас, то есть как бы... Ну, такой проходной вариант. Надо сказать, если бы это продавалось тут у нас в магазинах, я бы брал это с удовольствием и пил. Просто потому что больше ничего такого. Ну да, то есть это как бы жаловаться не на что было. То есть стояли Жигули и двойная. Не, ну Жигули, это Жигулятор в сердечке всегда, конечно. Всегда бы выбор такой был, что же взять, Жигули или двойная. Да, выбираешь, конечно. Забавно. Ну еще, конечно, извини, можно я еще добавлю? Еще, конечно, вопрос цены, смотря сколько стоит эта банка. Ну, везде по-разному, да, ну, как бы, ну, сколько ты за нее бы заплатила в рублях? Давай вот так вот. Ну, не больше 200. Не больше 200? Да. Ну, она это ты вообще, конечно, больше 200 пошла. Стоит. Я думаю, что она рублей 250-300 будет стоить. Ну, я бы... Ну, хватит, не ругайся.
Мне кажется, рублей 380 оно спокойно может стоить. Я сказала, сколько бы я отдала, и мне бы было не жалко. Ладно, что мы тянем? Короче, у нас же 15 градусов. Это вообще кем нужно быть, чтобы сварить ипаху, просто ипаху, 15-градусную? Ну, я такой тоже никогда не пробовал. Я даже не знаю, что они такие. Да ты ее подержи в руках, она весит, как банка пива. О, нифига себе. Да, я подержу еще двумя руками. Блин, зато этикетка прикольная, такой профессор тут что-то мутит. В стиле Bruce Division вполне. Ну, Bruce Division обычно какие-то космические темы. А, да, так он и в скафандре, кстати, да. Ну, это понятно, естественно, он всегда в скафандре должен быть, это же... Вообще. Кстати, 11 месяца, ему уже практически скоро будет год. Да, вот мы, конечно, несколько затянулись тем, чтобы его попробовать. Получим не самую яркую. Ну, ему как скоро год? Ну, вот ему сейчас, ну, да. Как еще? Не скоро будет, сейчас лето, это ноябрь. Да. Так, смотрите, мы сейчас допиваем это пиво. Пока сделаю небольшую ремарку. Ребята, все, кто смотрит, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Нас уже 354 человека, и мы растем. Как напоминаю, мы стремимся к 1000. А мы сейчас допиваем и переходим к Царь Ипе. Ну что, переходим к обзору на нашу Царь Ипу. Я сразу возьму ее в руки. Поехали. Ничего себе, я ее открою. Слушай, может быть, ее стоило вот так преподносить? У нас сегодня царский обзор. Давайте уже, не тяните. Царский обзор на царскую ипу. У нас вообще сегодня царская. Ну что, открываю? Да давай уже. Точно, уверена? Слушай, ну мы уже достаточно затянули. Она у меня лежит полгода уже. Это же ответственный момент. О. Цвет такой. Слушай, ну наливается маслицем таким. Ну да, густенькая. Ну конечно, если бы не знали, что это Царь Ипа, при том, что наливалась бы она у вас обычно. На вид карбонизации нет, потряси это дело, все. Она, знаешь, чем-то похожа даже такой на медовый этот напиток. То есть она не то чтобы. Так куда там? Ну ты куда? Да, Андрей, ну это просто мой бокал. Поэтому надо больше всех налить. Ну давай, добавляй там мне. Принес, угостить, ребят, принес. У меня больше всех, нормально. Как я люблю. А Миша туда больше всех. Что, переходим? К аромату. Слушай, он достаточно сдержанный. И знаешь, чем при этом чем пахнет? О, он пахнет, даже есть какие-то ароматы какого-то барлевайна, я бы сказал. Да, а я только хотел сказать, это только не сухофрукт, а персики. Только когда курага? Нет, курага, да, вот сухой. Он курага, это тоже сухофрукт. Аромат очень сдержанный, но он такой... Как будто такой, ну, то есть он не слабый, он просто какой-то сложный, но аккуратный. Ты уже попробовал все, да? Случайно. Случайно, ведь. Ну ладно, давайте тогда уж сделаем это специально. Да, пробуйте. Еще скажу то, что в аромате вообще не чувствуется алкоголь. Хотя, если как здесь заявлено 15, в аромате алкоголя даже... 15 градусов? Слушай, так он и ощущается как барлевайн какой-то. Барлевайн, он очень похож, да. Да. Да, то есть он мощно. Это мощно. Это он очень сладенький такой. Плотный. Бочечка такая, как будто немножко отдает. Да, то есть бочечка, я даже не знаю, чувствую. Как это оценивать, как ипаху, когда вот. Блин, он очень, да, такой у него вкус, конечно, плотный. Ну это тело мощняцкое тело. Сладость довольно сильная. Угу. На корне языка остается хмелевая горечь. Причем не вот такая прям ярко выраженная. Она просто где-то аккуратная. При том, что тут написано, что тут 100 плюс IBU, я практически горечь как таковой не ощущаю. Возможно, она довольно сильно прикрыта вот этим сладким телом солодовым, потому что, ну, вообще, чтобы его до 15 избродить, у него, наверное, где-нибудь начальная плотность должна быть где-то 30%, полагаю, 29. Ну, 29. Вот. А ты, кстати, знаешь то, что показатель IBU самый бесполезный показатель с точки зрения указывания это на банке? Так как сам этот показатель, он как вычисляется путем там этого хмеля, там туда-сюда. Ну, это расчетный. Расчетный, путем, да. Но ты его можешь ощущать совершенно по-другому. Да, даже мы троем будем совершенно по-разному. То есть на него обращать внимание нет смысла, потому что он, как правило, за собой не несет... Да, только есть расчетный IBU, а есть тот, который ты можешь в лабораторных условиях получить. И это, скорее всего, будут несколько разные значения.
И еще самое -то важное, то, что восприятие твоего там, языка и рецепторов, они тоже будут совершенно по-другие. Даже будет зависеть от того, что ты поел, попил. Знаешь, что я тем, подумал? Это... Может, давай про пиво поговорим? Потому что как раз, по-моему, это тот вариант, очень вкусно, который имеет смысл обсудить. Это вкусно, это... Ну, сказать, что это West Coast, я, конечно, вообще не могу. То есть West Coast это вообще... Но в аромате было. В аромате было ощущение, что пахнет этим деревней. Я называю это запах деревни. Не, а при чем тут деревня? West Coast это просто... Это моя ассоциация. У меня с West Coast все время такая... ассоциация, что пахнет как будто козьим сыром или чем-то таким. Ну, я даже не могу, у меня ощущение. А вы ощущаете тут спиртуозность? Не, вообще. Я вообще даже намека нет в том-то дело. Я так офигел. Я тоже. Я ощущаю вполне. Ты во вкусе или в аромате? Да, во вкусе. Не, в аромате. В аромате я вообще не ощущаю. Во вкусе есть что-то вместе с горечью, что мне тяжело определить отдельно как спиртуозность. Это здорово. Я не могу сказать, что тут все по балансу прям очень здорово, но хотя это ощущается сложным напитком, я вообще... А мне знаешь, что... То есть тут даже непонятно, конечно, на что ориентироваться, потому что в целом такого стиля особо не существует, но... Мне знаешь, что нравится в нем? Вот ты про баланс когда сказал, мне нравится то, что у него такой мягкий переход. Ты сначала первый делаешь глоток, у тебя такое сладкое тело на языке, а потом постепенно начинает появляться горечь. Но она такая тоже лайтовенькая, то есть вот этот такой переход от сладости в горечь, он интересный. А вот на послевкусе остается вот эта сладость, и такой даже немножко слипается язык от этого вот, как я не знаю, как это... ощущение назвать. Блин, офигенский. Вот его хочется пить прям по чуть-чуть, не спеша, и он такой ровный. Мне вот нравится в нем вот эта ровность и плавность перехода вкусов. Вообще офигенно. Ну да, и они сменяются достаточно мягко. То есть тут нет никаких просадок. Вот таких. Вот я про это и говорю, то что мягкий переход, да. Сам, то есть после глотка еще достаточно долго остается вкус во рту, и он изменяется в целом. Ты даже прям ощущаешь, как это происходит. И да, и нет прям очевидных каких-то ям в этом изменении вкуса. То есть он держится. Это хорошо и здорово. У меня некоторый вопрос вызывает сладость. Я бы, наверное, предпочел, чтобы это было несколько менее сладко. Не прям сильно, но как будто она немного мешает воспринимать горечь, которая там есть. Ну, как вариант. Да, я тоже считаю, что для ИПы перебор, она слишком сладкая. Ну да, но тут еще вот, видишь что, вот эта мягкость, вот, судя по всему, обусловлена именно тем, что это охмелено не просто хмелями, а еще луплиновым маслом, которое как раз смягчает. Луплиновое масло, забавно. Ну, лупулин, да, это вот из хмеля можно доставать отдельно вещество, которое также там в себе содержит все вот эти альфа-кислоты, бета-кислоты. И прочие такие вещи. Ольга, ну что ты скажешь? Давай резюме. Ну, я скажу, что в целом прикольно, интересно, очень такие вот эти нотки сухофруктов и какой-то бочки немножко. Это довольно интересно. Но мне это спиртуозно, все равно я чувствую алкоголь. И, ну, как ни крути, вот у меня по ощущениям так. Немножко перебор со сладостью. Но это точно интересный опыт, это здорово. Но это такой очень зимний напиток. Ну это кажется. Да. Это, вот я говорю, это что-то на стыке охмеленный какой-то охмеленного пива, типа, ну, и на стыке и пахи, и барлевайна. Ну, какой-то да. Промежуточный. Ну, фактически почему это похоже на барлевайн? Да? Да, барлевайн это вот этот как раз напиток, где у тебя очень много солода. Пиво на стыке ипа и барлевайна. Что в целом от барлевайна понятно, что это просто очень большая закладка солода, которая так или иначе, ну, в целом-то и барлевайн этим характерен. То есть светлые солода, там, ну, в барлевайне еще какие-нибудь карамельные солода могут быть. И эта закладка в целом как бы большая закладка солода и характерна для барлевайна. Потому что для... Ну, какая ипаха вообще может быть 30-процентной? Ну, иметь 30... Что вы понимаете, что такое вообще 30%? Это значит, что в изначально сваренном сусле пивном, которое потом превратится в пиво, 30% не воды, а сахаров, вот этих всех сухих веществ и прочего. То есть это
Ну, то есть из 100 литров там 30, ну это не это массовая доля, не литров, из 100 килограмм 30 килограмм это просто того, что должно делать пиво пивом. А в обычном магазинном пиве это примерно там 10-12 килограмм. То есть это просто в 2,5 раза больше. Ну это... Ну это круто, да. В любом случае это, конечно, интересно, необычно. Я такого ни разу не пробовал. Это, да, прям царь ИПА. И по поводу, ты говоришь, что это напиток зимний, а мне стало жарко. Я прям уже такой мокренький сижу. Мне прям так это подпотело. Мне, видимо, со дна досталось. Там прям такие... Не, у меня тоже плавают, да, такие этот осадок. Дрожжи вон это взбились в комочки и теперь там внизу плавают. Так что, в принципе, нормально. Мы будем его оценивать или... А просто скажем то, что это круто. Нет, конечно, мы будем оценивать, мы же все оцениваем. Ну, мы можем попробовать, сложно. Но я пока не понимаю, с какой стороны подойти к оценке вот этого. Но мы же пришли к тому, что мы оцениваем всегда субъективно, отталкиваясь от того, насколько нам понравилось, а не насколько это пиво в стиле. Ну, давай попробуем. Ну, давайте, давай. Ладно, да. Все готовы, Ольга? Угу. Да. Раз, два, три. 4,8. 4,8. 4,3 я поставил. 4,8. Я вообще на самом деле хотел поставить пятерку, это же пятикратная. Я думаю, да, пускай будет пятикратная. Потом понял, что все-таки, наверное, она не пятикратная. А вообще в целом мне что понравилось? Вот что, оно плотное, вкусное, сладкое, и горчинка, и ровное, и пьется приятно, и алкогольный эффект от него наступает практически сразу, и в жар бросает. Че еще? Я как большой любитель барлевайнов, я оцениваю хорошие барлевайны всегда достаточно высоко. Но здесь вот этот напиток, он в целом, вроде как с заявкой на такой прям благородный напиток, но по факту мне он немножко не дотягивает. Чего-то не хватает для того, чтобы это налить в бокальчик и сидеть вечерком долго. Ну, не хватает баланса. Может, баланса. Да, его вот если баланс сладости и горечи поднять, ну, то есть изменить в сторону горечи и опустить сладость, я думаю, это станет... Ну да, да. Поинтереснее. Но правда, эта сладость как раз и дает еще вот это тело. И с изменением сладости оно может уйти. И... Тут непонятно, что делать. Ну, не знаю, я бы считаю, по балансу наоборот все хорошо. Именно вот это то, что переход сладкого в горькую, он такой плавненький, он прям такой нежный, такой, знаешь, плавно перетекающий. Вот это очень мне нравится. Конечно, если бы он был менее сладкий, был бы более горький, это был бы совершенно другой напиток, по-другому совершенно воспринимался, но вот. Ну вот, как будто бы, когда я его пробую, вот, в моем понимании он должен тяготеть к такому. Вот, то есть я бы хотел, чтобы он был таким. Да, он бы был другим, но мы, поэтому как бы мы оценки такие ставим. Это можно всему ставить пятерки тогда и говорить, что ну вот если бы оно было другим, то просто другой напиток, а другая пятерка. Ну вот. Давайте тогда упростим наш выбор. Ты бы повторил? И, да, безусловно, вообще с удовольствием бы. Смотря сколько стоит банка. Так, откуда она взялась? А, так давайте здесь этот момент этой рекламы. Сейчас, секундочку, подождите, замереть. Сколько стоит? Ну, как бы есть секрет. Мои катаны. Бархопс. Это Бархопс. С вас лайк. Просто прислали мне это. Ну, я думаю, что это рублей 400, наверное, будет стоить в рублях. Ну, может быть, 380 где-то. Да, вот тут ты не поймешь. Обычно Brew Division, во-первых, не самая дешевая пивоварня. При том, что у них просто какой-нибудь рядовой пивасик может стоить за 400. Да, да, да. Думаю, тут такое рублей 600 вполне себе может стоить. Да, если это стоит 400, то они очень круто сделали с ценами. Ну, за 400 я бы взяла, за 600 нет. За 600 я бы точно не взяла. За 600 я могу взять только, ну, не знаю, вот литературную линейку я бы взяла, беру иногда. Брала. В прошедшем времени за 600, а так... Блин, вот, кстати, я подумал, знаете, о какой штуке? Вот мы оценки ставим, которые ни к чему не привязаны, как будто бы. А вот если мы попробуем назвать стоимость пива, за которую мы готовы его покупать? И кто попадет. Но опять же, видишь, вопрос, в разных же магазинах может по-разному продаваться. Нет, насколько ты оцениваешь этот напиток? А, в рублях? Сколько ты на него готов дать? А-а-а.
Блин, ну интересно. То есть это такая, как бы, это привязанная, как бы, вещь. Давайте к чему-то понятному. Помимо оценки и оценить в денежном эквиваленте банку. Да. А, кстати, было бы вам интересно именно интерпретация не с точки зрения нашей оценки пива в какой-то в бальной шкале, а именно с точки зрения ценовой. То есть сколько бы ты заплатил за такое-то пиво? Правильно? Сколько бы ты заплатил, да? Правильно же? Не, да. Во сколько ты его оценил, а за сколько бы ты за него заплатил? Ну, это одно и то же. Во сколько ты его оцениваешь, это, в принципе, то же самое, за сколько бы ты его взял. Ну, суть, короче, такая же, да. Да, это было, мне кажется, интересно. Так, ладно, друзья, учитывая наше все-таки положение королевское, у нас очень много еще дел впереди, которые надо осуществить. Как говорится, править страной и этой империей, нашей империей. Вот. Пивной. Нашей пивной империи, да. Спасибо, что были с нами. А мы по традиции всем говорим «Рахлеб!»